Это дебютная поездка, а уже полный борт. Как только люди вышли из автобуса 19-го маршрута, тут же зашли другие пассажиры. И это представители администрации и транспортной компании. Хороший крест, удобный, широкий. Так, на конечной станции маршрута состоялась финальная приемка. Своего рода презентация 5 новых автобусов. Этот маршрут проходит через весь город и связывает практически все важные социальные объекты. Мы приняли решение поставить их непосредственно на город, потому что они будут очень удобны для перевозки пассажиров. Был не случайно выбран 19-й маршрут, 19К. Маршрут связывает станцию Химки с большим торговым центром «Ашан». Достаточно большой пассажиропоток. Так что 5 новых автобусов значительно должны снизить загруженность. Обновление автопарка идет согласно федеральной программе. По поручению президента Российской Федерации на территории всей Российской Федерации с 2022 года идет комплексное обновление подвижного состава. В том числе комплексное обновление подвижного состава идет и на территории городского округа Химки. Новый автобус «Регион Авто» повышенной вместимости. В каждом автобусе на 5 посадочных мест больше, чем в автобусах предыдущих, которые будут заменены. Новые автобусы отличаются от предшественников. Они имеют не только большее количество мест, но и специальный низкий пол, чтобы гражданам было проще зайти в транспорт. Ну а такие вещи, как наличие бегущей строки с остановками и кондиционера в салоне, для химчан уже давно стали нормой. Помимо комфорта пассажиров, конструкторы подумали и о комфорте самого главного человека в автобусе, то есть водителя. В кабине пилота своя система кондиционирования. Механическую коробку передач заменили на коробку автомат, а двигатель спереди машины перенесли назад, дабы в кабине было меньше шума и можно было спокойно передавать сообщения в салон. Уважаемые пассажиры, присаживайтесь, поездка пройдет в комфорте и безопасности. Сами водители отмечают и другие качества нового транспорта. Мягко идет, маневренное, лучше маневренное, даже хоть оно и длиннее, но управляемо лучше. Кстати, плавный ход отметили и первые пассажиры. Он стал новее, он стал более тихо ездить. Вот, обновленный весь вид, удобство, чистота в салоне тоже в первую очередь. Супер! Десяточка все. Новые автобусы вытеснили модели 2020 года, но они не пойдут в утиль. Старые авто распределят на другие, менее востребованные маршруты. Кстати, к зиме намечается еще одно пополнение. Водители автопарка выведут на линию новые автобусы, которые будут курсировать по Химкам и свяжут городской округ с московским метро. Сервер Бекмамбетов, Вильфрид Димковский, новости Химки ТВ.